В конце этой недели по социальным сетям распространилась информация, которая взбудоражила жителей нашего города. По WhatsApp и в Инстаграме распространилось фото с молодым человеком, который покончил жизнь самоубийством. Место трагедии было указано Славянск на Кубани, улица Ковтюха. В отделе МВД России по Славянскому району опровергли данную информацию. Информация о происшествии с участием несовершеннолетнего ребенка в дежурную часть отдела МВД по Славянскому району не поступала. Сообщение о данном происшествии, распространенное в сети и интернет, является недостоверным. Уважаемые жители, не доверяйте непроверенной информации и не спекулируйте на чужой трагедии.